Доброе утро, дорогие телезрители! С вами снова рубрика «Двигайся» и я, Дана Рига. Сегодня помогать мне выполнять упражнения, отвечать на ваши вопросы будет Алексей Миронов. Привет, Леш! Доброе утро! Меня спрашивает Михаил, какие делать упражнения на руки, чтобы был задействован бицепс и трицепс. Леш, поможешь нам показать комплекс Михаилу на руки, чтобы и бицепс, и трицепс был задействован? Да, предлагаю объединить эти две мышцы в одном подходе. Это называется суперсерия, когда мы выполняем упражнения сначала на бицепс и потом сразу же, не отдыхая, на трицепс. Отлично, давай начнем. Первое упражнение мы будем делать с гантелями. Берем гантели, начинаем сгибание рук. Да, делаем сгибаю сразу одновременно, да, правильно? Одновременно, да. Если делать это поочередно, то, возможно, разноосная нагрузка на позвоночник, это не очень хорошо может сказаться на здоровье. Делаем более спокойно, никаких инерционных движений. Плавно, 10-12 повторений. Я правильно делаю, что разворачиваю гантели в сторону? Да, да, это все правильно. Важно разворачивать мизинцем наружу и спокойно опускать, не выводя локоть вперед, как часто бывает у многих в тренажерном зале. Следующее упражнение на трицепс. Берем одну гантелью и опускаем ее за голову. Стараемся локоть держать максимально прижатой к голове, не выводить локоть вперед. Делаем движения плавные. 10-12 повторений, и вы почувствуете, как ваши руки наливаются кровью. Если вы такие упражнения будете делать в своем комплексе, то вы нарастите хорошие мышцы. Сколько повторов должно быть и сколько подходов? Можно делать суперсерию, если у вас подобран вес таким образом, что там получается по 7-8 повторений, то 7-8 повторений на бицепс, 7-8 повторений на трицепс. Можно подобрать вес таким образом, что делать по 10-12 повторений. 10-12 повторений на бицепс, 10-12 повторений на трицепс. Леш, спасибо за компетентную информацию. Михаил, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Делайте эти упражнения с удовольствием, улыбайтесь и помните, что в здоровом теле здоровый дух. До свидания. До свидания. Пускай у вас будут большие, красивые руки.